Привет, друзья! Вы на канале Сибирский Пилигрим. Сегодня вышел в небольшой, я думал, небольшой поход, а получилось уже по шагомеру больше 10 километров. Ну вот решил, возвращаясь к машине, перекусить. Вышел на старую вырубку. Ветер опять сегодня раздулся. Ну вот попробую здесь за пнем, за укрытием что-нибудь приготовить. Первым делом заварим чай. Много не буду, пол кружечки. Вода закипает. У меня, как всегда, шиповник, чага. Пусть убавлю. Чуть-чуть покипит. Добавлю заварку. Ну и пусть заваривается. А я пока подготовлю завтрак. Вернее, даже уже обед. Ну а завтрак-обед у меня будет яичница. Пока заваривался чай, я подготовил лук, почистил, порезал. Сейчас обжарю лучок. Сосиски у меня нарезаю. Сильно крупная. Сюда яйца, вот в таком вот они у меня контейнере. Сейчас посолю, приправок посмотрю, если остались с того года, и будет готов обед. Ну что, солим.
Рама у меня такая универсальная. Вот так вот. Ну и накрываем дощечкой, чтобы лучше дошло. И будет готово. Вот такой вот у меня получился обед. Яичница и лесной чай с шиповником и щавой. Что, приятного аппетита! Перешел я на соседнее дерево, потому что там неудобно. Там хорошая ветрозащита была, ну а тут удобно сидеть. Так, что у нас, чаек? Замечательный. Поставил нагреться воду, помой. Я с собой всегда вот ношу, у меня мешочки, губка и моющее средство. Место занимает чуть-чуть, веса тоже, но зато я всегда возвращаюсь с чистой посудой. Как бы не надо заморачиваться, нести ее домой, там мыть, когда она засохла. Сейчас нагрею, ну конечно, когда есть возможность, когда вот такая погода неплохая. Нету дождя или нету мороза, то есть сейчас можно помыть прям без проблем. Ну, хочу рассказать немножко о своем походе. Вообще я поехал смотреть места для охоты на селезня утки. Как и предполагал, куда хотел я проехать не смог, поэтому оставил машину и пошел пешком. Посмотрел одно место, не понравилось, посмотрел другое. Сегодня у меня такая вот вылазка разведывательная. Завтра как бы планирую посвятить день охоте. Ну и ничего такого вот, что мне понравилось. Поднимал уток на реке. Ну течение, лодки у меня с собой нету. Добыть можно, достать нет. Но сейчас... У меня в планах есть еще два места. Зайду, посмотрю, ну и там уже буду определяться. Либо, возможно, завтра поеду на озеро. Трава сухая, уже подсохла. Очень много клещей. Что я делаю? Беру рифтомид, ну или еще какую-нибудь там универсальную брызгалку, где там мошка, комары, клещи. Ну и обрызгиваю сапоги, одежду до пояса. Ну и как бы сегодня я себя клещей не снимал. Вообще их очень много. Ну что, ваше здоровье!